программном обеспечении Pilot от Solar выбор типа позволяет определять, какой термозажимной патрон использовать. В окне выбора отображаются стандартные параметры. Мы используем стандартный патрон. Мы выбираем диаметр, и в программном обеспечении отображается, какой упорный диск необходимо установить. В магазине следует выбрать соответствующий упорный диск и вложить его в индукционную катушку. Функция Shrink by Light от Solar покажет, правильно ли сконфигурирована катушка. С помощью системы перемещения по оси индукционная катушка подводится к термозажимному патрону. После этого необходимо подтвердить рабочий этап, и можно запускать процесс усадки. Это делается непосредственно с помощью органов управления на рукояти или через программное обеспечение Pilot. Система светодиодной индикации Cool by Light от Solar подскажет, какой охлаждающий элемент необходимо выбрать. Охлаждающий элемент опускается, занимая положение над термозажимным патроном, и красный светодиод сигнализирует о том, что термозажимной патрон еще горячий. Синий светодиод сигнализирует о завершении процесса охлаждения. Теперь можно отвести охлаждающий элемент и использовать термозажимной патрон для следующего процесса. Например, балансировки или измерения.